Я вас приветствую. Типичное видео по Майнкрафту 100 игроков, которое больше всего связано именно вот этот величайший человек, имя которого... Это видео создано исключительно в развлекательных целях, автор не пытался никого оскорбить, все совпадения случайны, бла-бла-бла. Вы это уже все прекрасно знаете. А, Петя, Настя, Наташа, Серега, Антон, Гордей, Артем, привет, всем привет. Теперь вы знаете, что в голове вот этой вот статуи. У меня канал очень маленький, поэтому смысла набирать реальных 100 игроков у меня не было. Ну, вы понимаете же, да? Поэтому здесь будет максимум 3 или 4 игрока. Ну, это уже как получится. Это видео будет не как типичное видео, а как что-то типа мини-пародии. То есть с основными испытаниями, шутками и прочим, что есть у контента вот этого величайшего человека. Поэтому сразу предупреждаю, что все, что показано в этом видео, это лишь одна большая шутка. Это все большая шутка, поэтому, пожалуйста, не воспринимайте все это всерьез. Вот этот человек, он честный. Посмотрите на его зубы, сразу видно, честный человек. Проще говоря, относитесь к этому видео не так серьезно. Просто поймите, что все это большая шутка, и приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, ASD, и сегодня в нашем видео у нас есть 100 игроков. На самом деле не 100 игроков, просто никто не хотел сниматься, поэтому у нас будет вот один человек. Корова. Сегодня будет самое обычное видео с самыми обычными испытаниями, а если она проиграет, то она отправится вот в этот замечательный мир спектаторов. Ну, я надеюсь... Иисус, приди. Ну чё ж, мой дорогой друг, твоим первым испанием будет... Блин, испанием. Блок убери! Ну что ж, мой дорогой любимый игрок, ты мой родной, прям сам один, все 99 игроков ушли, одна ты осталась, поэтому давай я тебе сделаю самое элементарное испытание, которое я использовал во всех своих видеороликах. С этим испытанием справились немногие, поэтому если ты победишь, я не знаю, что я с тобой сделаю. Но если ты проиграешь, и ты попадешь в этот самый мир спектаторов, поэтому давай. Давай, проходи. Я могу даже расслабиться, посмотреть, как пытается игрок пройти это элементарное испытание. Ну-ка, дай-ка я сам попробую. Вообще легкое испытание, а ты что хотела? Давай. Ты чё, самая умная, что ли? А я смотрю, у тебя ума хватает и скилла тоже, чтобы пройти это гребаное испытание. Ты чё, пила, что ли? Следующее испытание вот ты точно не пройдешь. Я тебя в этом уверяю. Все, давай, проходи. Тушись, огонь! Если что, я могу дать тебе еще один шанс. Давай. Как я обещал, я даю тебе еще один шанс, давай, проходи. Что за хуйня? Так, все, вот теперь я даю тебе точно последний шанс, чтобы ты это прошла. Давай. Вот от начала до конца, мало... Вот теперь я даю тебе точно, просто последний шанс тебе этой величайшей жизни. Поэтому давай, проходи паркур, давай. Если ты не... Ебаный концентрат. Вот теперь-то, салага, я даю тебе просто точно последний шанс пройти этот величайший паркур, самый сложный в мире Майнкрафта, этой тупорылой писать! Ты видишь эти 4 блока? Давай, просто прыгнуть, надо вот так. Давай, вперед, давай. Во, нормально, молодец, давай, последний прыжок остался, давай. Давай, проходи, а. Давай, иди уже! Подавилась просто. Просто подавилась! Вот какая красотища неземная семья. Что? А, это статуя? О-хо-хо! Это долгая история, дорогая моя. Раньше в моих видео была целая банда этих жаб, но что-то в последнее время их стало все меньше и меньше. А вот это статуя одного из их главарей. Ну, такой веселый клан был, аж плачу. У нас тут летучие мыши завелись, уроды. Бэтмены ходячие. Твоим следующим испытанием является дроппер. Дроппер, блядь. Твоим следующим испытанием... Так, сейчас. Твоим следующим испытанием является подняться на вот эту вершину и спрыгнуть с нее прям вот в эту воду. Прямо в имя! Прямо в морду! Ты чё такая живучая, слышь? Прямо в рог. Прямо в лапу. Это был пранк. В общем, ты меня понял, дорогой игрок. С этой платформы прямо вот в эту воду.
Но я думаю, это для тебя слишком сложно. Давай я тогда для тебя расширю территорию. Давай-ка я тебя, наверное, даже телепортирую. Я тебя телепортирую тогда. Слышь! Давай прыгай, я расширю территорию. Ты выдаешь просроченное молоко, как я понял, да? Как тебе расширенная территория? Ну вот теперь-то, я надеюсь, ты попадешь в эту дырень. Можешь считать, что ты это испытание прошла. Последним твоим испытанием будет честный поединок. Ты и я. Одинаковая броня, одинаковые мечи, одинаковая еда. Поэтому на, держи броню, оружие, еда. И чтобы не было так скучно, бери ведро воды и ведро лавы. Горячая штучка. По-моему, что-то не так пошло. Ну все, давай, нападай, давай. Я знаю, я сильный игрок, я могу тебя победить одним ударом. О нет, этот игрок слишком сильный. О нет, я даже не могу ему ничего сделать. О, он сейчас собирается разлить меня лавой, я буду готов. Возьму с собой ведро воды, давай, давай, давай. Нужно срочно обороняться, да? О, нет, я сдох, он меня победил! Ты прошел все эти самые сложные испытания, ну... Прошел, да. Я тебе сейчас даю книгу и перо. Пиши туда свой киви кошелек, я тебе скидываю твой приз. Кого ты там ударить собралась? Семья Бэтменов. Папа Бэтмен, мама Бэтмен, сын Бэтмен. Ага. Все, я тебе отправил деньги, деньги пришли, да? Какой нет, по сценарию должно, чтобы деньги пришли. Давай, поверни головой. Головой покачай! Все, деньги пришли, молодец. По традиции я тебя убиваю. За Иерусалим, так сказать. О, кварц. Ну, ты правильно сделала, что игру покинула. Я тоже. Пошло все к черту. Вот эти видео снимать, да... Ну а если серьезно, то всем огромное спасибо за просмотр. Лайк, подписка, вы сами все прекрасно знаете. Всем пока.